Ребят, всем привет! Уже порядка 11 дней не было роликов на Ютубе. Артем Абросимов, арбитраж трафика. Это связано с тем, что Ютуб дал мне страйк, ограничение. Вот по типу вот такого. Оно действует до 12 ноября. Это ограничение. Но сегодня будет видеоролик. Ребят, я вас хочу, пожалуйста, попросить, чтобы вы подписались на телеграм-канал. Вот он называется «Админ команды». Вот так. Ссылочка на этот телеграм будет ниже под видеороликом. Подпишитесь, пожалуйста, в случае блокировки Ютуба, если Ютуб не заблокирует. Здесь будет много полезной информации. Будем подсказывать, помогать. Может быть, какой-то другой Ютуб заведем. Здесь будет вся информация. Ссылка на телеграм будет ниже в закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь. Здесь выдаем аккаунты, бизнес-менеджеры для наших подписчиков. Привет, ребят! Сегодня будет такой ролик. Будем с вами тестить один мануал. Будем с вами заливать первобил. Ребята, кто уже льет объемом, может, будет вам полезно. Мы сейчас тоже заливаемся за свой бюджет. Но вот решил потестить такой мануал на просторах интернета. Ссылочка на эту замечательную статью будет ниже под видеороликом. Решил потестировать, посмотреть, как вообще в целом работает, не работает сейчас на 24 августа 2022 года. Ребят, перед началом ролика рекомендую наших партнеров Спалента. У них много полезного контента. Ссылка на их сайт и также ссылка на Telegram, ребят, будет ниже под видеороликом. Переходите, подписывайтесь, здесь много полезного контента. Ну что, ребят, давайте начнем. У меня вот здесь есть соц, я уже его завел. По поводу соцов, сейчас массово у всех летят ФП. Да, это действительно так. Мы вот общались с ребятами, наши клиенты пишут. Артем, говорят, какие аккаунты сейчас сам используешь, ребят? Также вам напоминаю, будет скидочный купон в нашем магазине FBStore на любую категорию аккаунтов, на PZRD, на вот эти, на вот эти, на вот эти, на любую категорию аккаунтов будет скидочный купон. Ссылочка на магазин будет ниже под видеороликом. Также, ребят, будет купон в описании под видеороликом и в закрепленном комментарии. ФПшка летит на всех аккаунтах. Решение – это просто заливаться. Вот сегодня общались с ребятами, с 5 человеками, они берут у нас вот такие аккаунты, вот с ФПшкой, они берут их 50-100 штук. Вот сегодня общались, с 50 аккаунтов у одного человека залилось 20 без отлета ФП, остальные на отлет ФП улетели. Также сегодня у нас вот такие аккаунты замечательные будут с фанпейдж нового типа, ну и, конечно же, по ЗРД, с них в старые добрые времена тоже заливаемся сейчас и запускаемся. По статистике, с 10 сейчас запускается половина без отлета ФП. Еще можно прогреть ФП. Это тоже дает некий траст. Вот такой сервис называется FBStore Center. На него ссылочка тоже будет ниже под видеороликом. Здесь регистрируемся и, соответственно, заказываем на ФП активность. То есть лайки, комментарии и тому подобное. Что, ребят, давайте пробовать. Первое, это нам нужен VPN. Подключаем VPN той страны. Под аккаунт я использую Core Proxy, это Astra Proxy, можно потестить, не реклама, просто ребят спрашивают, где Артем, какие прокси берешь, Astra Proxy и другие любые прокси. У нас соц есть, есть у нас, соответственно, прокси. Далее, второе, открываем наш антидетект и вводим по куколу, плагину, паролю, Facebook, прокси нам не нужны, потому что у нас включена VPN-ка. Я авторизовал по логину и паролю, аккаунт, далее в аккаунте сразу открываем страницу и проверяем акк на наличие ФП. Если она создана, если она не создана, извиняюсь, то обязательно создаем. По поводу ФПшки давайте поглядим, она создана, я ее уже создал на акке. Далее. Вот у нас ФПшка, создаем четвертое. Заходим в ADS менеджер и принимаем политику. Давайте с вами перейдем в ADS менеджер наш. Посмотрим, я уже точно не помню. Принимал там политику или нет. Сейчас, если выбьется эта плашка, то значит не принимал. Ждем, пока грузит у нас. Давайте еще раз обновим. Да, здесь у нас политика с вами принята уже.
Так, четвертый этап. Пятое – это устанавливаем плагин для удобства, чтобы смотреть наш биллинг. Сейчас его установим. Ребят, пока записывал вам вот видеоролик, аккаунт, о котором говорил в начале, ушел на ЗРД. Ничего страшного, подал картинку для прохода ЗРД. Будем надеяться, что он выйдет. Взял вот такой аккаунт, казахстанский, по 190 рублей. У нас в Фабосторе ссылочка на магазин будет ниже под видеороликом. Также проделал весь алгоритм действий, о котором мы говорили выше. То есть страница, политика, конфиденциальность, все это принял. Копируем. Переходим в наш с вами антик. Вставляем сюда. Здесь ничего сложного нет. То есть вот здесь все по инструкции. Давайте сразу же проверим, чтобы все работало. Все работает. Потом сразу же проверяем его в пятом пункте. Шестое. Заходим на такой-то сайт, генерируем карты штук 100, обязательно с трастовым бином, который дает 100% привязку и заливаться без холда. Что такое бин? Кто не знает, это 6 цифр вашего банка. У меня есть вот такой бин. Это бин Казахстана. Вставляем его сюда. Давайте ниже. Так, пишем здесь 100. Далее возвращаемся к нашему мануалу. Здесь вот такие параметры. Здесь на английском, у меня просто на русском стоят. Следующее. Мы нажимаем «Генерировать». Вот нам сразу сгенерировал 100 карт. Далее переходим на вот такой чекер, это седьмое, как показано в мануале. Здесь он пишет live, это активный, здесь, я как понял, это неактивный и еще какой-то параметр. Давайте сделаем вот так. Этот чекер вставляем мы сюда. Далее мы берем, что получили. И будем, соответственно, с вами, ребят, пробовать сюда. И нажимаем остановка отправки. Вот здесь он нам сразу чекает. Показывает, какие валидные, какие, соответственно, невалидные. Ждем, пока он чекает. Чтобы не тратить ваше время, я поставлю на паузу. И как он перечекает, все это включу. 100% он перечекал. Я так понимаю, здесь валидные, здесь невалидные. Как он показывает, мы общались с ребятами у нас в чате. Ребята говорят, то, что вот отсюда здесь бывают тоже невалидные, а отсюда валидные. То есть так и так сегодня потестим. Отсюда возьмем одну карту, посмотрим, привяжется она, не привяжется. Отсюда возьмем одну карту, привяжется она, не привяжется. И возьмем также отсюда неизвестные, привяжется, не привяжется, посмотрим. В общем, далее переходим к мануалу. Здесь он нам показывает, открываем биллинг. Открываем наш биллинг, это восьмое, переходим. У нас вот сюда, далее сюда нажимаем. Настройки платежей. Так, Анна Злобина. Давайте переведем на казахстанский. Давайте возьмем вот так даже. Нажимаем добавить. Тут Казахстан, все у нас правильно стоит. Нажимаем далее.
Ну что, давайте, ребят, теперь с вами пробовать, что нам тут выдал этот сервис, погенерировали. Давайте возьмем странные имена, конечно, здесь вот это все. Ну, давайте возьмем с вами, предположим, вот эту одну и посмотрим. Выборочно буду брать. Будем смотреть, где будет привязывать у нас с вами. Так. Теперь 12, 26. 6. И ЦВВ сюда вставляем и смотрим, что нам выдаст наш Facebook. Ваша карта отклонена. Не хочет он ее привязывать. Ну, ничего страшного. Давайте попробуем другую отсюда одну. Давайте теперь отсюда. Давайте вот эту. Нет, давайте вот эту попробуем. Здесь 25. Здесь у нас 26 было. Давайте ради интереса вот эту попробуем. Он показывает то, что она невалидная. Если эту не привяжет, то будем пробовать куда-нибудь вот отсюда брать. Так, я скопирую сейчас. Это все имя у нас такое же. Копируем ЦВВ 0825 у нас с вами. 825. Давайте пока ждем. Дочитаем наш мануал с вами. Если карта... Так, это у нас 8. Открываем биллинг. Если карта удачно привязалась, то идем, заливаем компанию. 10. Если у вас трастовый аккаунт, можно создавать 2 БМ и дополнительно заливать еще с них. Или же сразу покупать 2 аккаунта с 2 бизнес-менеджерами. В конечном итоге у вас получится отлить $30 с одного аккаунта. Я понимаю автора, здесь $30, если биллинг везде по 10 будет. То есть из лички, из 2 БМ. Сейчас, ребят, с БМов так не работает, запускайтесь просто с лички, с самих соцов. Так будет наиболее правильно. Так, удачных заливов и побольше профита. Ух ты, у нас карту он, оказывается, привязал. Давайте нажмем так и посмотрим. Странно очень, но у нас карта с вами, как вы видели, была в невалидных, а он ее привязал. Очень сильно я удивлен, то, что он ее прилинковал. Давайте чекнем с вами. Показывает $2. Но, возможно, оно еще изменится. Ребят, как видите, это рабочий способ. Также, ребят, пожалуйста, подпишитесь, как говорил перед началом ролика, на телеграм-канал админ команды, ссылочка будет ниже. Здесь действительно много полезного контента, делимся здесь актуальными методиками по запуску, выдаем аккаунты, бизнес-менеджеры от нашего магазина FUBOSTORE на тесты. Так что, ребят, переходите, подписывайтесь, ссылка будет ниже в описании на первой строчке. Переходите, подписывайтесь. Как мы видим, этот способ действительно рабочий. На момент 24 августа 2022 года можно пробовать. Берите дешевенькие аккаунты. Можно дешевые, можно по ЗРД, кому как. Вот такие, такие можно, такие. И пробуем, как видим, у меня со второго раза я сгенерировал, даже не ожидал, думал, может быть, мы раз 10 с вами перечекаем, ни один аккаунт сменим, но у меня привязалось со второго раза, и то привязалось это, когда было невалидно, то есть он ее чекнул, странно как-то этот чекер работает, невалидно у меня привязалось, может быть, и эти карты какие-то валидные, и эти, и вполне себе эти. Так что, ребят, всем хороших тестов, ставьте лайк, подписывайтесь в телеграм-канал. Там много полезного контента. И также всегда иметь обратную связь со мной. Ссылка на Telegram будет ниже.